Итак, всем привет, и сегодня мы с вами начинаем прохождение Carnivorous Triplex без смертей. Почему именно Carnivorous Triplex, который не Modders Edition? Потому что я думаю, что, ну, так будет намного проще, чем проходить Modders Edition. Modders Edition, вспоминая Legacy, это очень сложная вещь. Очень много динозавров, очень много сложных динозавров. Так что играем в обычный Triplex. Несмотря на то, что вещей в этой версии меньше, чем в Modders Edition версии, Carnivorous Triplex по-прежнему довольно сложный. Тут тебя постоянно спаунят где-то рядом с динозаврами, хищными динозаврами. У нас нет радара, у меня только взят камуфляж внешнего вида. И все, охотимся на первого динозавра. Кстати, стоит вспомнить, что на канале когда-то уже был обзор на Carnivorous Triplex. Он был не очень хорошим, поэтому, если что, это прохождение будет частично обзором. Думаю, вы согласны с этим. Кстати, буквально через несколько шагов от первого векитозавра я нашел сразу же второго. Они довольно легкие, умирают с двух выстрелов. И еще, когда я подбежал к этому второму динозавру, я обнаружил там рядом третьего, так что тут была полная веселуха на первой охоте удачной. Далее мы уже заработали на радар, который стоит 6 очков, насколько я помню. Так что теперь будет довольно легко охотиться. Ну и все эти подстреленные динозавры дали нам очков на Стегоцероса, второго динозавра в списке. Охотимся мы на него без радара, днем. Он оказался на один выстрел, что странно, но ладно. Yeah.
Ну и наконец-то мы накопили очков на охоту на Олара Титана. Затем я снова пошел на первого динозавра покопить очков. Вот тут была неожиданная встреча с хищником. Тут неожиданная встреча с зауроподом. Ну и получается такой вот небольшой короткий эпизод по Carnivorous Triplex. Это первый эпизод, дальше будет второй, что логично. Вот они, наши трофейные динозавры. Вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, комментируйте, что вам понравилось в этом моде на этой первой карте из этих первых динозавров. Ну и всем до встречи в следующем видео. Надеюсь, мы не сдохнем в следующем эпизоде, а то как-то все хорошо идет.